Всем привет, всем доброе утро. Сегодня понедельник, и у меня руки дошли наконец-то до вот этого платьишка. Я с утра уже сделала выкройку. Сначала, как всегда, на бумаге. И сейчас начала кроить на материале. В общем, вырезать из материала. Ну, весь процесс я, естественно, показывать не буду. Это не интересно никому. А буду вам так, кусочками, как у меня любит Эрик, говорить. Кусочек. Короче, фрагментами буду вам показывать. Ну, на каком уровне я уже. Ну, эти платья шьются не очень-то быстро, поэтому это будет длительный процесс. Ну, наверное, я за неделю. Ну, вообще-то мне Карина сегодня вечером приедет, поэтому не знаю. Но я буду стараться за неделю закончить это платье. В общем, сделать. Как раз, наверное, Карина уедет до выходных. И я на выходных его, скорее всего, и закончу. Вот такой вот красиво, такой розово-лаксовый, как-то я сказала неправильно цвет. Ну, в общем, такой розовый цвет, он не совсем такой прям, как бэби-роза говорят, да? А такой, ну, в общем, интересный цвет буду делать с этого материала. Занимаюсь дальше, смотрите, здесь так задрапировала, но здесь еще, конечно, нужно будет все прострочить. Ну и хочу вот с вот этого вот добавить. Я же цветочки делала, вот с вот этот материал тоже добавляла. Ну, в общем, хочу вот это добавить. И так, а если я это добавлю, ну видно сильно не будет. Не, ну я сделаю, что будет видно. Да. В общем, продолжаю дальше работать. Ну что, смотрите, вот так уже получилось у меня. Я задрапировала, драпировку закрепила уже на машинке. Сейчас буду по краю, в общем, я так задумала, что я буду делать вот так. Мне же вот эти вот лишнюю драпировку нужно как-то скрыть. В общем, я буду сейчас прикалывать вот эту ленту, которую вырезала, одновременно вот с этой лентой. Сейчас, конечно, приложу еще, посмотрю, как это будет выглядеть. Понравится мне или нет. Мы обговорили с клиентом, ну, фасон, а все такие вот эти вот детали, что и как, куда я приклею камни, куда я сделаю эти цветочки, буду ли я вообще эти цветочки делать. У меня здесь еще есть вот такие вот, это Сваровски. Ну, я со временем все покупала, поэтому у меня есть такое вот, то, что мы не успели использовать. Сейчас покажу вам поближе. Смотрите. Ой, не знаю, как показать-то. В общем, вот так, наверное, не знаю, как. Это настоящие Сваровски, они были очень дорого. По-моему, один камушек такой в пределах 5 евро стоил. Ну, сейчас уже, конечно, точно не могу сказать. Но я эти камни буду... Они по цвету подходят, потому что они тоже какие-то такие розовые какие-то радужные. В общем, я буду их тоже добавлять. Ну, это будет уже самый последний этап. Это большие камни, они пришиваются. Если наклей их просто не приклеишь, потому что они не будут держаться. Меня как-то спрашивали в комментариях, так я буду... Так, где очки ищу на голове? Вы тоже так ищете очки? Я сидеть свои очки оставлю, потом их на голове ищу, потом раз нету. Потом иду, хожу по всему дому, потом еще думаю, куда же я их засунула. Да, я буду делать и расскажу вам, ну как, не то, что расскажу, а был у меня такой комментарий, ну когда-то давным-давно, шью ли я себе сама одежду? Нет, я не шью сама себе одежду. Как я начала шить? Как я вообще пришла на эту идею шить. У нас же раньше не было всяких разных там компьютеров, телефонов. И когда мы приезжали к бабушке, вот с папиной стороны, мы были чаще там у бабушки в гостях. И всегда, ну надо же было нас чем-то занимать. У бабушки была такая кладовка, и в этой кладовке у нее были всякие разные...
И выкройки, и всякие разные рисунки. Знаете, мы же в детстве еще очень много вышивали руками. Помните, вышивали и гладили. Нет, гладью я никогда не умела вышивать. Обыкновенно таким стебельком, по-моему, это назывался, когда вышивали, просто стебельком. И, ну, я пробовала гладью вышивать, но вот у бабушки были такие салфетки, где прям была такая выпуклая гладь. Знаете, ну, кто постарше меня еще, те точно знают, о чем я говорю. И когда вот, например, я такие были красивые Анютины глазки, у бабушки такие были салфетки, и там вот эти вот были сине-фиолетовые, и вот прям вот эти стежки, они прям так же и шли, вот как Анютины глазки, знаете, там же и белое, и черное, и желтое, и фиолетовое. И вот эти вот было, короче, очень красиво. Делали мы также еще и мережку. Помните, мережку делали, когда с материала вот эти ниточки вытаскивали, продергивали так по краям, салфетки делали квадратные. Потом эту мережку ниткой там как-то по 3-4 ниточки брали, скрепляли, получался красивый рисунок. Мы это все делали, наши дети даже не знают, что это такое и с чем это едят. И вот, когда я у бабушки гостила, в гостях была, ну, бабушке, чтобы меня занять чем-то, к ней часто приходила ее двоюродная сестра. Баба, тетя Стеша, баба Стеша ее звали. Раньше же имена еще такие были, мою бабушку звали Дуся. Евдокия Кузьминична. Вот. И, ну, чтобы нас чем-то занять, бабушка открывала всегда свой сундук. Я так любила, когда она открывала свой сундук. На тот момент казалось, что там можно найти, правда, какое-то сокровище. Невероятные сокровища можно было там найти. Там были всякие нитки, и блестящие, и мулине. Знаете, сколько мы сидели, это мулине распутывали. Там, потому что все было в таких косичках, помните, в косичке было это мулине заплетено, и потом, если тебе нужно было там какой-то цвет, нужно было вот это все расплести, потом выбрать, потом опять все заплести. Потом, как мы вот эти все рисунки под копирку переводили на материал, потом вышивали. Ой, в общем, ну, нам, у нас было детство, по крайней мере, есть что вспомнить. Не то, что сейчас у наших детей. Наши дети, по-моему, кроме как, ну, еще которые дети постарше, вот Карина, например, да, они в школе еще что-то там вязали, что-то шили. А вот Сабрина, я что-то даже не помню, где ничего в школе такое делали. Или не делали, не знаю. В общем, и бабушка всегда доставала, находила у себя в сундуке какой-нибудь кусок материала, и обычно на летних каникулах, когда мы там подольше находились, ну, не только я одна, и сестренки мои тоже, и мы начинали что-нибудь, ну, не мы начинали, я на тот момент никогда ничего сама не кроила, просто бабушка со своей двоюродной сестрой начинали кроить какое-нибудь платье, я помню, у меня такое было платье, из оранжевого ситца. Такой ситец был оранжевый и какие-то там белые, не знаю, листочки, лепесточки, цветочки. И потом я это все сидела вместе с бабушкой, естественно. Сначала начинала вместе с бабушкой шить. Это было, между прочим, с 4 класса. Ничего получается, мне нравится. Сейчас вот тут лишнее отрежу. И получалось так, что, ну, чтобы нас чем-то занять, мне бабушка с нами то шила, то вышивала. И мне это дело так понравилось, что я начала сначала сама себе шить, ну, с бабушкиной помощью, а потом, наверное, в классе в 7-м, когда мы уже начали немножко на уроках труда шить. Не, мы шили и в 4 классе фартуки, но знаете, тогда как мы шили, мама шила мне фартук, я отнесла в школу, получила 5. А потом, ой, у нас, между прочим, сегодня так жарко, на улице прям очень-очень хорошая погода, не такая, как была вчера, светит солнце,
И у нас в доме прям жарко. Я открыла все окна, чтобы немножко проветрилось. Дверь у меня здесь тоже открыта, поэтому слышно, как эти вороны каркают. И, в общем, я так потихоньку и начала шить. Раньше же у нас ничего такого не было, ну, что-то интересного, скажем так, из одежды. Все было стандартно. И поэтому, я помню, я шила себе такой сарафанчик, у меня был такой бледно-салатового цвета. Прям с замочком, все как положено, был очень красивый сарафанчик. Это было, наверное, в классе 8 я была. Это я уже шила себе. Ну и так потихоньку. Хотелось шить себе свадебное платье. Перед свадьбой мама не дала, сказала: плохая, привет. Сказала: нет, свадебное платье ты сама себе шить не будешь. А я так хотела, я уже даже фасон придумала. И этот фасон конкретно отличался от того свадебного платья, которое у меня было. Совсем. Ну, платье у меня было на свадьбу из бывшего ГДР. Где-то мама купила, не знаю. Такое немецкое платьишко было. Ну, ничего. Но все-таки я хотела сама шить, а мама мне не дала. Сказала: плохая примета. Затем я уже когда замужем была, когда уже Карина у нас была, у Карины были все платья самошитые. И ей очень много мои сестренки дарили платья. Вот помните, китайские платьишки у нас были? Вот очень много дарили. В общем, у Карины были, ой, у Сабрины были. Нет, правильно, у Карины были. Блин, мне всегда Сабрина говорит, когда наши имена выучишь. У Карины были или все китайские платьишки, или те, которые я шила. А я шила... как подобие китайских платьев, я всегда, ну, где-то у кого-то увидела, прям брала, просила, копировала вот эту вышивку, которая была на этом платье, прям дублировала один в один. Ну, мне нравилось на тот момент заниматься такими делами, ну, чтобы у Карины были платьишки всегда красивые. Потом я себе перешивала из платья всякие блузки делала, ну, еще. А когда приехали в Германию, здесь это как-то стало ненужным. Здесь можно было все или купить, но не или купить. И поэтому как-то здесь я шить перестала, вообще от слова совсем. И начала шить только тогда, когда Сабринка пошла на фигурное катание. Когда я узнала цены, сколько это все стоит, я сказала: боже мой, как же это дорого. Думаю, я буду шить сама. Сначала шила ей такие обыкновенные тренировочные платьишки, знаете, тепленькие. Затем стала пробовать шить платье на соревнования. Ну, когда она маленькая была, у меня тоже были такие, знаете, такой этот... Ой, есть такой замт по-немецки называется, такой типа бархата, типа велюра, но тот, который тянется, велюр, да? Сначала с него шила, потом тренер сказала: так, хватает уже шить теплые платья, мы занимаемся спортом или чем. Поэтому нужно шить уже, говорит, нормальные платья из вот этой вот лукры, из этого материала. И я потихоньку начала. Сначала платьишки были такие более скромные, а потом нашему тренеру привозили платья откуда-то из Москвы, ну, на продажу, но они стоили бешеных денег. Но я как-то к ней подошла и сказала: можно я возьму платье? Я покупать не буду, мне будет это дорого. Можно я возьму дома, посмотрю, как они хорошо, ну, как они шиты, как там делать всякие вот эти вот рисунки, орнаменты и все прочее. И со временем потом, ну, сошью, попробую сшить что-то похожее. Она сказала: конечно, можно, набери, делай, что тебе нужно. Мне, говорит, самое главное, но она с этого ничего не имела, то, что она там продавала эти платья. Ей просто кто-то, ну, привозил, просто через нее продавали. Она, в принципе, ну, я не знаю, может, она там каких-то 2-3-5-10% имела с этого платья. Она всегда говорила: мне главное, чтобы мои дети красивые были на соревнованиях. И правда, наши дети, вот именно с нашего фирайна, всегда были самые красивые на соревнованиях. Вот самые-самые красивые были. И это именно наши дети, именно с нашего Ашафенбургского клуба.
И вот так я потихоньку начала шить Сабрине платье. Камни были очень дорого. Сначала у меня было не так много камней на платьях у Сабрине, где-то в пределах 700-800 штук, да, но потому что камни были правда. Ну, они и сейчас очень дорогие. В общем, вся цена платья зависит даже не от того, не от самого материала или не от самого фасона платья. Все зависит, цена платья зависит от камней. Чем больше камней, тем дороже платье. Поэтому платье может стоить и 500, и 600, и 700 тойра, и выше, и выше, и выше. Все зависит от того, сколько вы туда камней захотите приклеить. Потому что 1000 камней сваровских на тот момент, когда я шила Сабрине, стоило 120 ойра. Сейчас, наверное, больше. Но я не знаю, у меня, короче, еще Сабринины запасы остались. И я буду клеить. Если мне не хватит, я, конечно, закажу. Потому что вот это платье, которое для Швейцарии шью, мне сказали: Таня, камней должно быть много. Я говорю: ну хорошо. Любой каприз за ваши деньги. Поэтому я здесь делаю. И у человека, когда у человека не стоит, ну, такие границы, знаете, сколько должно стоить платье, тогда проще работать, тогда тебе не надо там каждый камушек взвешивать и каждый камушек там считать, чтобы сделать такой отчет, да, для клиента. Вот, например, боди для мальчика я буду шить, там уже совсем другое. Там мы договорились конкретно о количестве камней и прочее, прочее, прочее. Но мальчику так много сильно камней не надо, поэтому как-то так. Ладно, мои хорошие, я буду дальше продолжать, а то когда я так болтаю, у меня не сильно продуктивно здесь все продвигается. А мне надо сегодня как можно больше до вечера сделать. Потом мне же еще нужно что-нибудь приготовить. Дети же придут. Ну, детям я сварю супчик. На ужин, Володя, не знаю, что буду делать. У меня еще манты остались. У меня еще есть замороженные манты. Я вчера сделала. Сейчас покажу. Сложила в дозу. Ой, меня не видно. Ну, ничего, зато слышно. Я долепила все, у меня, знаете, вчера прям все мясо ушло и все тесто, прям, знаете, один в один. Но у меня, правда, здесь немного мант, но, в принципе, Володе хватит. У меня еще несколько штук осталось готовых. Ну, эти готовые Сабрина сегодня, наверное, на обед скушает. А я себе что-нибудь сделаю. Лёгенько, знаете, я что хочу? Я хочу кашу. Прям хочу кашу. Наверное, я себе сварю какую-нибудь кашу. В общем, ладно, я здесь дальше работаю. Наверное, встретимся с вами уже... Не знаю. Короче говоря, я еще работаю. И потом вам покажу, сколько я сегодня сделала. Ну, я не знаю, на том этапе, на котором я закончу на сегодня, потому что мне еще надо к детям подготовиться, Карина с детьми приедет. В общем, покажу вам. Ну, в общем, как-то так. Продолжаю шить. Это перед. Здесь уже тоже трусики подготовила. Сейчас буду выкраивать юбку. Рукава уже сделала. Здесь будет рукава, знаете, такие, которые вот так через пальчик одеваются. Естественно, я здесь подошью сначала, вот так. И тут будет такая петелька из вот такой вот сеточки, которая будет одеваться на пальчик, чтобы она должна быть тоненькая, чтобы она не мешала и чтобы не давила палец. Смотрите, я здесь вот так сделала. Ну, здесь вот эти вот еще я поправлю. За счет камушков я тут все зафиксирую. Здесь еще будут у меня цветочки, которые я делала. Сзади у меня вот так. Я не знаю, как я сделала, но сзади здесь тоже будут цветы. Я еще не придумала. Это у меня такой процесс. Я начинаю делать и начинаю делать. А так я себе не могу еще представить. Нет, у меня есть такое представление, что я буду делать. Но как это будет все еще выглядеть, я еще точно... Не знаю. В общем, сейчас буду кроить юбку. Юбку, наверное, буду кроить такую двухслойную. Алло. Все. И пока. Алло, и пока. Это до скольки у тебя? Хоть я знаю, 5. Как это ты не знаешь? Ты говоришь, до 5. Дай я тебя заколю там. Давай. Нормально там у тебя сейчас выглядит. Все, давай, солнце мое. Хвостики у тебя сегодня покрученные. Так.
Да ты чё, пока. Все, мои хорошие, на этом я тоже буду заканчивать. Не буду сегодня вам показывать платье, я там уже кое-что сделала, но потом покажу вам в следующий раз. Я просто хочу там еще кое-что сделать, только потом вам показать. А у меня сейчас, правда, времени конкретно не хватает времени. Я сегодня сделала еще один другой заказ. Мне его нужно сейчас запаковать. Нет, сначала я отошлю фотографию заказчице, она посмотрит, если ее все устроит. Я ее запакую и еще, наверное, ну, сегодня, наверное, уже поздно. Сегодня уже поздно. Завтра с утра отправлю посылочку заказчице. И буду готовиться, у меня же дети сегодня приедут, поэтому у меня сегодня такой день. Много дел нужно сделать, так что я пошла заниматься делами. А с вами я на сегодня буду прощаться. Всем пока-пока и до завтра, мои хорошие.